Наконец-то я вернулся из будущего. Нулевой отчет. Дублирующую систему. Это звездный капитан Иоанн Тихий. Иоанн Леонардович ведет репортаж звездного корабля. А вот мои вдохновители. Станислав Лем, Джек Лондон, машина Делорен, почти в оригинальном размере, Азек Азимов и другие, Робинзон Крузо. Угощайтесь. Провожу исследования свои. Это у меня экспериментальный кабинет, в котором все лежит на своих местах. Книжки, запчасти. Запчастей много. Есть еще и будущее железо. Ну так, тест. Ладно, дальше показывать не буду. Таможня не пустит. Но самое главное, мы верим в Бога. И Украина уже перемагає. Ви зі мною згідні? Я вам дуже вдячний. Бережіться, тримайтеся, бо ми того варті.